Yeah.
Господина Высокопреосвященнейшего Луфрия, митрополита Черновицкого и Буковинского, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Илариона, архиепископа Сиднейского и Австралийского Новозеландского, и Господина Высокопреосвященнейшего Евгения, архиепископа Верейского, приносящий святыня дары сия. Господи, Богу нашему, Отче свет, Пресвитер свет, Ежево жизни дьявол свет, и всем священниче и на чистим чине, оскорбущий в стране нашей российской и православной Тюникия, в отечестве России несущих. О братьях наших в темницах, в заточении, в горьких работах и во всякой скорби сущих, о мире и благостоянии всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении их и помощи с отчаянием и страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении немощи лежащих, о успении, о славе, блаженной памяти и оставлении грехов всех прежде почивших отцев и братьев наших, где лежащих и повсюду православных, и о спасении людей, где предстоящих и помышляющих, кинь-то их о своих всех согрешений и во всем и со всем и во всем и со всем. Thank you.
Безбожными властями
тело Церкви Христовой, чтобы она была исцелена и врачевана. Я заслужилась после 90 лет. И в этом году, в мае месяце, было подписано соглашение о воссоединении евхаристического общения между двумя частями Русской Православной Церкви в России и вне его пределов. Нам приятно путешествовать по вашей благословенной земле. Когда мы были в дороге, направлялись в Австралию, путь был наш непростой и нелегкий, потому что мы летели только в воздухе, были 30 часов. Ну и там где-то имели две посадки. Одна на Камчатке, а другая в Малайзии. Там 2-3 часа 4 на минуту перерыв. Так что у нас все как бы в голове, ну как спуталось, смешалось, все пояса временные, и дни мы потеряли, потому что когда летели Сан-Франциско на Камчатку, то мы потеряли по дороге кровь. В среду вылетели, а в понедельник вылетели, в среду прилетели, хотя летели 10 часов. Ну и у нас было, никто из нашей группы, может быть, кроме нашего гида, никто не был никогда в Австралии, и мы имели какие-то свои представления об этой земле. Но хочу вам сказать, что мое представление было намного хуже, чем то, что я увидел. Оно было намного скуднее, намного беднее, чем то, что мы увидели. Мы увидели много православных людей, русских и не русские, которые приходят в русскую православную церковь. Мы видим, как люди с благовением и страхом Божьим подходят к святой иконе, как они ее с любовью вырезают. Эта икона впервые приехала за пределы России. Она была обретена, когда царь-мученик Николай отрекся от престола ради мира в обществе. Он сделал такую жертву. И когда святой царь Николай отошел в управление, то родительно лежала икона Божьей Матери, которая стала правительницей и России, и тех людей, и управительницей тех людей, которые ушли за пределы России. Итак, чудо такое случилось, что эта икона уже объехала земной шар, по крайней мере, полтора раза. И сегодня она с нами, и каждый может подойти к этой святой иконе, помолиться, попросить у нее помощи, чтобы она укрепила нас, чтобы мы были верны Богу. Если мы будем верны Богу, то мы будем всегда с Богом. А если мы будем с Богом, то мы будем близки один к другому. Никакой грех, который разделяет человека, он не сможет нас удалить друг от друга. Хочу выразить благодарность правящему владыке архиепископу Иоанну за его любезный прием, за его внимание нам грешным и недостойным, за его благословение уже вторая служба мы совершаем. Вчера совершали все мечты в другом храме, а другие сегодня совершаем в этом кафедральном соборе. И хотим пожелать владыке Валиому помощи Божией его архиерейскому преспоношении, потому что архиерейское служение, оно красиво со мне, а внутри оно часто наполнено переживаниями, скорбями, всякими беспокойствами, чтобы Господь помогал вашему архипастырю в всех трудностях, которые встречаются или будут встречаться на его пути архиерейского служения.
поздравить вас с праздником Воскресного дня, пожелать всем помощи Божьей, чтобы мы были христианами на всяком месте, потому что тогда святого Василия Великого, ну, хотели не знать, и правитель пришел к нему и сказал, что если ты раз не будешь слушать, мы тебя выгоним отсюда и сочтем далеко. И святой Василий сказал, что везде Господня земля. И все, что и Господь наполняет, тоже есть как Божий. Так что Господня земля вся, весь земной шар, вся вселенная. И где бы человек ни жил, он должен и может помнить. Только надо к этому прибывать старания, это не так просто, но это можно делать. Человек может оставаться верным Богу, исполняя свои гражданские обязанности и долги. Есть в Святом Писании такие слова, что человек должен отдавать кесарево кесарю, а Божий Бог. И я желаю, чтобы каждый из нас смог определить, там, где он живет, смог определить, что принадлежит кесарю, а что принадлежит Богу. И то, что кесарю, отдайте кесарю спокойно, а то, что принадлежит Богу, этого нельзя никому отдавать. I would like to congratulate you on the feast day of on the Assembly's Day. Our group of pilgrims has arrived here from Moscow with blessing His Holiness the Patriarch of Moscow and of Russia, Alexei II. And our purpose and purpose of our pilgrimage is to glorify, to give thanks God, to God for His great grant, gift of reunification of one Orthodox Russian Orthodox Church, the part which is in Russia and the part which is abroad of Russia. We are traveling under protection the holy icon of Mother of God, reigning icon, the Jarnay icon. She is our guide. She gives us strength, possibility to travel over the world. I would like to say you big thanks for your participation in the Divine Liturgy, for your common prayer, and would like to pass you good wishes. May God save you, may God support you, may God help you. And I would like to say thanks to first hierarch of the Russian Orthodox Church abroad, His Eminence, Most Reverend Metropolitan Lawrence of Eastern America and New York, for his blessing to be here and for his blessing to travel for the world and to visit the places where the parish of Orthodox Russian Church is located. And we would like to say thanks for love and generosity and kindness of ruling bishop of Australia and New Zealand, Archbishop Hilarion. And I hope that our common prayer was pleasant before the face of God.
because God every time rejoices when the people gather together. When people divide, separate, and we have separation in their society, it is not good before the sight of God. Again, I would like to congratulate you on this day, on the Sunday's day. May God bless all of us. Вашу любовь и слова.
сладость от общения у святой чаши, сегодня мы совершили чудесный кипил и вместе очищались вся церковь, многие сегодня очищаются с другими чашами. Хочу сейчас передать благосвященству патриарха Василия нашу горячую благодарность за то, что он благословил, чтобы чудотворная державная икона посетила нашу огромную страну, Австралию, как и другие епархии Русско-Северной Церкви. Мы все радуемся, что после многих десятилетий раны на теле Русской Церкви, разделение, например, Божьей помощи по молитвам Божьей Матери, по молитвам Светлого Мученика и Святого Российского и Галины. И мы сегодня все можем с великой радостью посещать раны и России, и русские приезжающие наши, и совместно молиться, защищаться от них женщин. Вот благодарность и знаменование нашего совместного служения здесь, в городе Семире, этим преподносим иконам святого Павла Иоанна Кронштадтского, который держит в своей руке святую чашу, память о том, что мы сейчас вместе очищаемся Христовой, Христовой Тайной. Мы молимся, что эта икона будет находиться в монастыре Сретенском Москве. Благодарность также за то, что земли тихо и весны. И прибыл сюда своим хором, известным Богом Божьим, который сегодня украсил и помог нам возвести наши молитвы Господу Богу. Большое вам спасибо. Просим ваших святых молитв, приезжайте к нам чаще. Thank you.